В районе Боржан-Сау активно участвовали в выборах и граждане с особыми потребностями. По району функционировал 31 избирательный участок. Более 9 тысяч избирателей имеют право голосовать. Наблюдатели политических партий и общественных объединений контролируют ход политической кампании. Все избирательные участки в районе оборудованы для удобства граждан с ограниченными возможностями. 151 лицо проголосовало дома по состоянию здоровья. Сагат Белялов – инвалид третьей группы с раннего возраста. Он увлекался спортом. Принимал участие в областных, республиканских, многоуровневых соревнованиях по греко-римской борьбе. Выступал даже за рубежом. Сегодня он отдал свой голос. Поздравляю всех с наступающим праздником Навруз. Я Белялов Сагат. Чемпион мира по греко-римской борьбе пришел отдать свой голос за процветание Казахстана. Я сделал свой выбор. Также проголосовали общественники и спортсмены. Один из них – Игорь Усанин. Он отметил, что для сохранения стабильности и мира в стране важно голосование. Сегодня значимый, ответственный день для всех казахстанцев. Я думаю, что каждый любящий гражданин своей страны, желающий жить в процветающем обществе, мы ответственны за будущее наших детей, за будущее наших близких, за будущее нашей страны. Я свой голос отдал, надеюсь, что тот выбор, который я сделал, будет правильным, и наши кандидаты достойно будут работать, достойно будут выполнять свою деятельность на благо нашего общества, на благо нашей страны. До закрытия избирательных участков в районе Боржан-Сау 6005 избирателей сделали свой выбор, реализовав свои конституционные права. Александра Гауэрта, Ида Хамитова, Миргуля Яганова, Кокши Акпарат.